отнеслись к тому, что, допустим, эти насаждения могли бы снести и построить еще дома. Ну, нет, а что, тогда вообще негде гулять будет. Там это самая дорога, здесь все снесут, и вообще не будет ничего зеленого. Ну, вот сейчас ведутся геодезические работы, геодезическая съемка с целью того, чтобы, значит, вот этот зеленый массив убрать отсюда и построить здесь еще жилые дома. Кто-то придумает. Ну, кто-то придумал. Федеральные власти. Я считаю, что это абсолютно нет. Это вообще с детьми негде будет гулять. У них вот единственное место, где они гуляют. Потому что там дорога, там вообще негде будет жить. Понятно. Но это еще уникальные условия, да, наверное. То, что здесь старинные деревья, да. Свежий воздух. Свежий воздух. Пожилые вон бабушки сидят. Вот забрать они вот этих уродливых монстров, безвкусицу эту, где не архитекторы делают проекты, а, я не знаю, бездарности. Поганец, вот эти. Вы что, разве можно? Это уникальная территория в Саратове, такой больше нет. Здесь дендрарий рядом, да? Конечно, да, конечно. И поганить гадостью, которую бездарные студенты, которые выпускники бездари, делают проекты. А вот здесь же, как вы относитесь к тому, что вот этот вот зеленый массив в ближайшем будущем может быть закреплен? Это местность уникальная города Саратова. А зачем это нужно? Единственное, ну не то, что один из немногих мест, где можно нормально отдохнуть. Где, куда выезжать? В городе? Нет, вообще это безобразие. Уничтожать деревья. Зачем это нужно? Уничтожать деревья ради коровок. Устроить за чертой города. Неужели там вообще мест нет, где вот и все? Скажите, а если вдруг начнутся действительно вот строить, вы готовы как-то выйти протестовать? Конечно, устроить мы пикет. Мы готовы. Мешать строителям. Готовы.